Друзья, всем привет! О, как я выгляжу ужасно. Я точно так же выгляжу ужасно, потому что была бессонная ночь. Мы выглядим ужасно, ребята. Мы выглядим ужасно, да, сори. Друзья, мы вышли... А что там сори, когда, извините меня, ну нормально. Осторожно. В общем, друзья, мы вышли прогуляться с Вовой. У нас нет машин, мы сидим дома, но дома не сидится. В общем, мы пошли просто прогуляться, заодно вам показать. Во-первых, нет жары. Нет жары, я в кофте. Кофта это явно лишнее, потому что сейчас 26 градусов на улице. У нас где-то торнадо идет, да, где-то недалеко. У нас, как вы понимаете, вот если судя по этим всем, торнадо. Сейчас покажу вам. Смотрите, мы недавно вот здесь вот шли с вами на Хэллоуин, здесь вот этот скелет стоял. Так вот, они его не сняли, а просто одели вверху в Крисмас. Скелета Новый год. И флаг наверху. Да, украшают. В общем, мы идем с вами просто прогуляться. Сегодня мы... Вовик делал домик. Строил домик. Построил. Мы все дивились, ходили, подивились, поругались. Дом, который построил... И пошли гулять. Чек. А это, как вы понимаете, вот эта старушка худая и строгая. Да. Это было в прошлом влоге, да? Да? А, да. Ну, ничего страшного, я повторюсь. Домик, да. В общем, сейчас мы идем просто погулять. Вова сказала, просто пошли. Я сказала, куда пошли. Старого пса без хвоста, который за шиворот трепет кота. Ну, ты же не будешь весь стишок рассказывать, хорошо, он довольно длинный. Вот у нас, смотрите, доставка за доставкой, машина за машиной. Все сидят дома на Крисмас и все что-то заказывают домой. Одни мы только шароемимся с тобой. Потому что у нас что? Есть только два велосипеда. А, вон, смотри, чувак на велике едет. Что? И мы должны были ехать, просто отказалось такой ехать на ветер. Велике. Я подоехал на велике. Нет, зачем? Но а ты пешочком, ножками, в тапочках, ножками. Идем гулять, где идем. Шапка, ушанка? Мне нужно обязательно в Таргет, у меня закончились куриные ножки деткам. Теперь, ребята, пришлите Ленке шапку, ушанку, она будет ходить в ней. Не, ну так-то тепло. Вот здесь, серп ветер мол, просто. Чтобы еще. А есть такие шапочки? Они, по-моему, понятно, здесь они, такие на Арбате продаются. Страшно модная тема. В Москве? Просто, в Москве? Да не для иностранцев. Да? Видимо, вот тебе надо оно. Ой, слушай, такой ветер, я тебе не знаю. Тебе и Леве. Нас, наверное, вообще не слышно. Да, Лёва у нас... Тебе, потому что ты мёрзнешь, а Лёве просто, в принципе, чтобы все знали, что он патриот. Да, у Лёвы, да, патриотизм. Так, ладно, мы идем на нашу плазу, она у нас пешочком, близко. Кто недавно на канале, мы прям пешочком до нее доходим, когда у нас нет машины. И прогуливаемся. Гуляем. Да, сейчас заодно покажем вам в 108-й раз нашу плазу. А что еще показывать, правда, Вов? Нам вот часто пишут, одно и то же, Смотрю, у вас уже год одно и то же. Не, ну, Вова сейчас шутит, да, но на самом деле-то, друзья, представляете, два видео я смотрю третий год и одно и то же. Друзья, два видео в день, представляете, они 20-30 минут каждое. Остается для нас... онлайн-камеру к башке вот туда прицепить и вот так показывать. Для нас это 8 утра и 8 вечера у нас видео выходит. То есть, по сути, это один и тот же день. Да, конечно, у нас одно и то же у нас. А у вас? А у нас в квартире не, газ, не а у вас? Не одно и то же разве в жизни происходит. А из нашего окна площадь красная видна. Мы же, ну, я оптический... сегодня красноречивые. Я в оптический прицел даже лица разглядел. Всю дорогу сейчас мы будем вам стихи рассказывать. Прибалтики, которые помнят с детства, да. Ну почему с детства? Ну, я здесь уже учил некоторые. Да, в общем, вот, мы гуляем. Смотри, какой, какие плакатики вот наверху, видишь? Да, слушайте, ну да, он там мелками рисует, наши тоже сегодня выходят, рисуют мелками. Да, сегодня у нас вторник. У нас, ребята, кто вдруг не знает, мы занимаемся бизнесом иногда. Ну так, туда-сюда, знаете, тушенку с Украины на Украину гоняем, вот этот бизнес такой у нас. Бездельничаем, да, я на диване, Ленка, не знаю, где ну, вообще. Ну все пишут, что я вообще ничего не делаю. Спит все время. Да. В общем, пойдемте на плазу прогуляемся. Я не знаю, куда меня Вова ведет. Да, я сейчас вам покажу одно место, и Ленка сама его не знает. Какое место? Но... Я на плазе все там знаю. Я же вот так делал в камеру, сейчас все увидите. Чилис, что ли? Не. Нет? Камон, Чилис это уже устаревшее понятие. Интересно. У нас открылось новое заведение, я хочу на него глянуть. Одним глазком, вот так вот. А что за заведение? Ребята, представляете, как, вот жизнь... У нас вторник, на минуточку. Вчера мы работали до 12 ночи. Не, ну у нас каникулы начались. Машины. У нас же каникулы начались. Да, у детей начались. Каникулы, да. У нас все сдано. И мы, соответственно, сидим. И что еще делать, ребят? Дети этим домик я собрал. Собрал, они играют. Их туда не оттащить за уши, они не выходят. Только поели и все, я их покормил. Вообще, да, они сидят в комнате. Да, Лизок дома прям сидит там тоже кормила. Сейчас. У нее прям тоже сегодня дом... выходной. Машка
тоже сидит дома, у нее тоже выходной, и Левка сидит дома. Короче, у всех выходной, а мы решили вот тут вот пешкарусом протяпать. Сейчас мы вам покажем, в общем. Я там одно заведение, на самом деле открылось одно заведение, я хочу на него глянуть. А как так, ты, сказать, я про него не знаю? Не понаслышке, а глянуть воочию. Что за заведение? Да вот я сам не знаю. Жиральня какая-нибудь? Ну, а то. Да? Да. Интересно. Да. Бухальный что домик. Бухальный домик, видимо. Смотри, как интересно, дерево зеленое, и эти зеленые. Видишь, дерево все в зелени. Слушай, а такой запах идет странный, да, как из леса. Хвоя, как хвоя, да, конечно. Хвоя пошла. Это где она, кстати? Вот она, вот видите. Хвоя. А вон, видите, сколько шишек там валяется? Знаете, как ни одной не валяется. Пахнет, как смотрите, осенью сколько шишек в лесу, валяется. Вот, когда заходишь, когда такое вот... Уже немножечко да. Подопрелые вот эти вот колючки. Влажность, сказать, да, иголки. Такая, да. Да, и знаете, вот приятный такой запах, немножко грибами даже пахнет, как после дождя. Или у нас перед влажность дождем, точнее. Очень сильная. Ой, как мне вы нравится, понимаете? Я обожаю теплую пасмурную погоду. Вот когда не солнце, а именно тепло и пасмурно. И мне кажется, это такой кайф. Я понимаю, что не все любят, некоторые солнце больше любят. Вот Лена любит, например, солнце, а я не Нет, люблю. Нет, а солнце. Я вот такую погоду очень люблю. Вот такую я люблю. Я не люблю грязную, снежную. Нет, снежное хорошо, когда снег хорошо. Ну, а сейчас вот, ну чувствуешь, по-моему, благородной плесенью пахнуло. Да, это вот здесь вот где-то вот хвойные леса пошли. Вот человек, смотрите, не халам-балам, не какая-то безвкусица. Вот видите, какие, как машинку сделала. Как? Ну вот впереди стоит, видишь, надо заснять тоже. Какая, вот эта? А что не так с машиной? А, диски! Ты про диски, да? Крутяк, друзья, колес даже не видно, да? Как папа говорит, на изоленте чувак ездит. А почему у него синий шильдик? Он что, электрокар? После таких колесами только электрокар. Ну, а почему нет? Нравятся человеку такие диски, почему нет? Ты, кстати, на таких же ездил в Москве. Да я никогда. Да ладно, рассказывай тут всем. Не надо мне. Я ж тогда влоги не снимала, доказательств-то нет. А так на таких же ездил. Для Вовика же что главное? Что для Вовика главное? Панты! Панты! Поэтому, да, друзья, сейчас идет и ржет. Так, мы подошли уже к нашей плазе. Папа куда-то странно не к плазе ведет меня. Вон там наша плаза. Куда ты ведешь нас, Сусанин герой? Да. Ах, кто его знает, я сам... Вот здесь герой. Мороженка. А что давайте тут еще? Давайте отрежем Сусанину ногу. А нам случайно не надо дорогу переходить опять? Дорогу. Да, Вова, блин, а? А что такое? Стихоплет. Вов, нам же не надо еще дорогу не перепазить. Не надо, мы вот сюда идем. Вот сюда куда-то? А вот сюда. Называется Санта заведение. Санта? Санта. Клаус? То ли Санта-Клаус, то ли Санта-Лючия, я не знаю еще. Не, что еще делать? Вы живете во Флориде, у вас пальмы. Жена, которая входит круглый год в 29 в шубе. Остается я только по кафе ходить. Очень редко одеваю кофточку. Мы, конечно, могли открыть наши шампанские и посидеть на балконе, но это для слабаков. Дети, дети. Дети, уберите от экрана пока. Мне надо, Вова, ножки, ты помнишь, да? Мне вот надо она. В Таргет. Вот реально, Санта, вон какие-то сосульки висят. Новая, серьезно? Серьезно. И вы строили, и наконец построили. Ой, а вон играет. Ничего себе, ого, народ-то сколько... Смотрите, друзья, фига себе. Ну-ка, что-то мексиканское такое, да? Угу. Это их вход? Да? Ага, это их вход, смотрите. Ну да, точно, мексиканская такая. А вон она, наша плаза. Мне вон туда в Таргет надо, вон туда, самый последний. Вот то, куда-то тебе надо, мы не попадаем. Нет, попадаем, папа, попадаем. Попадаем, попадаем. Ой, смотри, какой бар. Огромный, прохладно. Класс, да? А, это... Ой, слушай, я не сразу поняла. Класс. Очень уютненько, аутентичненько. А вот, да, смотри, над баром какие-то. Да, вообще круто, мне очень нравится. Класс. А давай на улицу, Вов. Друзья, мы сели на улице. Вот такое меню здесь, приборы. Давайте покажу вам. Вот так, наверное, что здесь есть и по каким ценам. Я сразу говорю, я ничего не знаю, кроме... Буритос, такие-то, и что там ниже с ними. И больше ничего. В мексиканской кухне. Тако салат, я еще понимаю, что такое. Все остальное для меня, да, он же тортилла суп, но более-менее так чуть-чуть понимаю, что это. Это курица, пола, это курица. Сифуд есть,
Где Сифуд? Вот Сифуд на другой стороне. А, еще другая сторона? А, Сифуд. Ну, в Сифуд я точно понимаю. Да, сейчас посмотрим, что там есть. Буритос для вегетарианцев, ланч. Это сеть интересная или нет? А, папик? О, есть комбос еще. Так. И много-много-много такос. Так, ладно, что мы будем с тобой? Слушай, я вообще не голодная. Вообще нисколько. Вот от слова прям совсем. Поэтому если я что-то буду, то что-то совсем, прям совсем-совсем чуть-чуть. Папик. Все, папа завис. Вот ланчи какие есть, совсем недорогие, с 11 утра до 3 дня. И вот такие вот ланчи, написано, что туда входит. Интересно, а есть вот такая же тарелка, как мы видели, да? Как я видел, как я тебе показывал. Все в тарелке, в одной, все вместе? Ну да, типа вот такой вот. А, не знаю. А мы с тобой хотели туда съездить, вот то, что Вова сейчас показал, да, мы хотим съездить там в вагончик какой-то, да. Но сейчас мы не можем ездить, да, мы можем только ходить. Так, нам принесли, как они называются, мексиканские чипсы? Начос? Начос, и это просто так приносят. Мы это не заказывали, не платим за это просто так за каждый стол. Да, это типа это. Да, что мы выбрали? Папа заказал нам, что-то мы пьем. Ой, дай винную карту покажу еще. Розе. Розе мы пьем? Так, мы розе пьем. Смотрите, коктейль меню. Реально Санта называются. Они что, только на это время открылись? Или всегда они Санта? Нет, не всегда. Они только починили. Это не с Санта-Клаусом связано, да? Это какое-то, что-то их обозначение. Да фиг их знает. Смотрите, как сосульки, черепа. Санта связано с Санта-Клаусом так же, как Эйфелева башня с эльфами. С эльфами. Как Машка, да? Кто построил Эйфелеву башню? Эльфы. Так, кто же еще? Так, и вот такая вот винная карта. La Santa. Red wine. Всякие шампанское. Кава. Кава это шампанское. Это испанское. Испанское, да. Испанское шампанское. Красная страничка пошла. Что здесь? А, это мы просто на испанском. А мы не одни бездельники, да. Дофига народу. Это, короче, на английском. Это на испанском. Все понятно. Ага. И их сайт. Кому интересно, друзья? Я вот не знаю, интересно, вот единственные они или все-таки это сеть? Скорее всего, сеть, наверное, да? Санта, я думаю, что это сеть. Так, что текила, да. Ну, здесь в основном сети, конечно. Здесь такой, знаете, малый бизнес не проходит. Мохито? Молодец. Попробуй. Я мохито попробую? Я попробую. А, ты попробуй, нет, да. Тебе вино, мне мохито. Мне, да. Мне розе там, да? Да, скорее всего, это... Сеть. Все-таки сеть. Не жарко здесь вот так. Я так сняла, так-то жарко, когда идешь, а сидишь, когда не жарко. Как это не жарко, когда жарко? Друзья, сейчас у меня как раз папа меня вытащил из дома, и у меня вот время. Я вот смотрю, у меня там в Инстаграм уже... Много писем от вас приходит. Я все никак не зайду, не отвечу. Я сегодня зайду, отвечу обязательно, обещаю. У тебя сегодня не обещай, во-первых. Я потому что сейчас пока ждем. Еще монтажа дофига. Ну да, еще во-вторых, монтажа... у нас раз полная бутылка только взята. Вообще не до этого будет. Нет, я просто хочу, я просто вижу, мне приходит, но я не заходила в Инстаграм еще. Мне так оповещение приходит, что есть письма. Но я сегодня зайду обязательно и что-нибудь выложу там. Давно спам уже проверь. Не выкладывала. Спам проверю, да, все почитаю, это все, будет не что сегодня. Вы пишете. А может быть, я сейчас зайду, даже пока мы сидим тут. Сейчас вот розе принесут, и она сейчас же зайдет. Прям выйдет портал. Это что нам принесли, пап? Гуакамоле. Ого. На листе? На настоящем? Да. Отпусти. Так, друзья, смотрите, что нам принесли, какую-то смотрите, железную банку. Смотрите, что грядущий день нам готовит. Ничего себе. Ага. Очень оригинальненько, да? Сухой апельсинчик, лайм свежий, это мята. Это называется чипсы из апельсина. И лед внутри. А что ты пьешь? Лед? Мохито. Мохито. Так, нам принесли вино в бутылке. Вот я вам могу так сказать. Ого, вот так прям. Чудо? Сильно? Ну, да. Да? Ну, ясно. Папа тут у нас
промешал уже все, размешал и кушает свою гуакамоле. Я это не ем, он любит, я это просто не люблю. Я не люблю авокадо. Ты не любишь вкусный, ни мексиканскую, ни нет, испанскую, я много чего люблю, ни американскую. Авокадо не люблю. Нет, американскую еду я очень люблю, но я не могу ее много есть. Это бургеры, хот-доги, что там еще, фри, я это все обожаю просто, но в принципе больше тут есть нечего. Прекрасный вторник. Так, друзья, смотрите, что Вова заказал. Слушай, знаешь, что мне эти тарелки напоминают? Ташкент. Вовик обиделся, что я в инстаграме всем отвечала, а не с ним сидела. Я просто, мы пришли посидеть. Друзья, я зато всем ответила. Ну, ладно, не обижайся, пожалуйста, Вов. Зато я всем ответила, да, я прошлась, да, всем ответила. Друзья, спасибо огромное. Мы пришли посидеть и отдохнуть, а не сидеть. Да, Вов, ну все. Да, друзья, спасибо огромное, что пишете. Я постаралась всем ответить. Спасибо вам огромное за внимание. Посмотрите, что мы заказали. У нас здесь креветки, рис внизу. И рыба, мать-мать. И грибы. Там рыба? А, рыбу вижу. Здесь просто Вовик уже кушает. Рыба. А, и грибочки, и грибочки. Давай есть. Ты, наверное, постарался, чтобы мне угодить, Вовик, да? Какой ты молодец, папик. А, как мило. Папа, они танцуют. Папа, улыбнись. Люди танцуют, улыбаются. Посмотрите, какая красота. Так, ну что, будем пробовать, друзья. Друзья, это очень вкусно. Я попробовала креветочку. Есть немножечко остренько, да. И попробовал болгарский перец. И болгарский перчик, да. Немножко остренько, но это мексиканская все-таки кухня. Очень вкусное блюдо. Ну, как чуть-чуть. Оно называется? Просто Вова заказывала, пока я отвечала. Вова заказывала, я не знаю, что он заказал. Ла-Санта. Похудел, что ли, папа? Да, ой, какой ветер, ёптить. Вот. Так, друзья, мы вышли. Мы наелись, мы напились, мы молодцы. Ой, вообще, наверное, ничего не слышно. Нам надо в Таргет, вот в самый-самый конец. Как обычно, ножки куриные, все, теперь закупка, а теперь закупка. Да, я всем пообещала, что не будет никаких закупок за эти дни, пока у нас нет машин. Ну как это? А нет, друзья, будет. Будет. Да, пойдемте, друзья, в Таргет, он в самом-самом конце. У нас еще такая погода, нам надо успеть еще дойти до дома и не попасть под дождь. Слушайте, мне сейчас так понравилось, так пришла пара. Я даже засняла, как они танцуют. Муж с женой. И такие дети взрослые, такие уже, как наши примерно. Знаете, старшие. Знаете, напомнило сюжет. Он почему-то крайне дебильным кажется даже спустя сквозь годы. С легким паром, когда, помните, вот эта Надежда выходит, и Ипполит ее встречает. И там играет какая-то жутко дебильная музыка такая. И такие, они стоят так и вдвоем, и такие так... Что-то да нахрен вообще это было такое? Нет, вот так. мы с тобой нормально отреагировали. Что ты так это... Да нет, мы нормально. Дети так, знаете. Опа, да. А так вообще нельзя делать. И похрена. Ну, это точно, вот, да. Поэтому, как бы, не знаю, как бы специфическая штука. Но дети, знаете, дети так странно реагируют, так смотрят на родителей, типа, ну вы чё, блин, а? Слушай, ну там дети-подростки. Зачем? Куда? Ой, нет, туда не пойдем. Пойдем, пожалуйста, уже в Таргет и хорошо, домой. Хорошо, мне куртку купили, вот я подумал. А вот мне хорошо, что купили, я в курточке, я в кофточке. Чё? Красные мячики виднеются, ой, наверное, вообще ничего не слышно с таким ветром. Так, Вовик, давай тележку не надо, давай возьмем маленькую корзинку. Давай. Маленькую корзинку вот эту бери. Вова. Маленькую тележку, маленькую корзинку. Маленькую корзинку. Так, нам нужно, знаете, что взять? Нам нужны ножки куриные, нам нужна папочка Кати в школу. Давай возьмем. Бездельнику нашему. 2 за 6. А есть у детей? Ну, немножко, да, чуть-чуть. 2 за 6. Ну, возьми, да, конечно. 2 за 6. Давай за 6. Знаешь, что они хотят, мальчики наши? А что-то я не вижу. А, эти печеньки лежали, которые о, красные. Мамочка, что, переел? Я переел, да. Что мы нет, у него? Жрать было столько. Ножки здесь. Пойдем. А ножки, ножки пойдем. И выходим, да? А, и папочку. Папочку. Сначала папочку пойдем. Господи, ну пойдем за папочкой. Сколько народу. Так, папочку у Катюшки взяли. Теперь пойдем возьмем ножки куриные. В принципе, все. Народу пипец на кассах. Да, вообще, подожди, Вов, может им какие-нибудь... Такие вот бошебол. Пенсилс. Так, что нам надо взять им?
Ну, самое, наверное, оптимальное, это вот такие вот фломастеры, которые моются. У них просто есть фломастеры. Я думаю, может быть, что-нибудь другое есть, что-нибудь новенькое. Новенького пока ничего нету. Подожди, пап, лучок возьмем. Я про лучок. Кинзовый лучок возьмем. У нас что-то зелень закончилась. С тех пор, как я ее стала нарезать в контейнеры, она у меня заканчивается вообще за день. Смотрю, уже вечером ее нету. И потом еще с недовольными взглядами. Как, мама, где зелень? Ты ножки мои ищешь? А вот такие себе хватит? Шикардос, отлично. А, кстати, вот это стоит, смотри, 5,60. $5, конечно, берем. А вот это 4, маленькая, в 2 раза. Нафиг она нужна. Вот это бренд этого Таргета. Поэтому он дешевле. Понятно. И зелень. Заверните. Все, да, пойдем. Надо. Нет, закончилась зелень. Битком. Ты просто не видел, у нас... О, какие большие фарши. Здесь, кстати, есть фарш свинины, которого почти нигде нету. Все вместе у нас получилось 13,78. Праздник к нам приходит. Надо же, закупка на $13. Праздник к нам пришел, пап. А без машин-то жизнь выгоднее. Кому, да. Друзья, не так-то все хорошо. 2,13, папочку. А ты говоришь, папочку. Фига себе. А, вот именно, я говорю. Папочку розовую не отбили. Отбиваем сейчас. Забыли. Это важная вещь в доме. Да, папа не заметил в красной корзинке розовую папочку. Так, мы идем домой по нашей аллейке. Он услышал наши, блядь. Слушайте, наши, ребята, приколы. Да, смешно, конечно, но вот. Наконец-таки он понял. Помните, что... мы в начале видео снимали, как... Видите, он меняет колеса, короче. Нормально. Видите, одно уже переднее поменял. Диски он меняет. Ну и колеса тоже. Да. В общем, решил поменять. Странно. Честно говоря, что... Что это нужно такого нафиг сделать еще?